Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы, ребята, продолжаем идти. Продолжает Кратос свое приключение. Я думаю, что дело близится уже к своему завершению. Потому что мы нашли, куда применить ключ Тюра, который нам собрали два гнома. Брок со своим братом. И идем. Так. Наверху что-то есть. Ага, смотри. Сгусток энергии какой-то. Что с ним сделать-то? Наверх. Тюр использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью бьет он чей. Любопытно. Но достанем ли мы? Не достанем. Отсюда. Не достанем нифига. Ой, что там сзади? Где? Погоди, открылась дверь какая-то. Комната внутри комнаты. Гобелен. Наверное, тоже великаны делали. Похоже, что Тюр был у них в большом почете. Погоди меня, пацан. Ого, кто это? Зал Тюра. Сын, эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди. Ладно. Отойди, что значит? Что мне надо сделать? А, вот. Сейчас мы перевернем дверь. Все. Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи, а без них... Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? Сейчас покажу. Только где, куда идти? Сын, разрушьте цепи. Вижу, тут сказано бездна. Зловеще. Ну, читай. Первого раньше, последнего позже, пуста середина и тени нет тоже. Аута. Ты уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть туда? Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Железная логика. Что произошло-то? Куда что повернули? Не знаю, что будет, когда мы перевернем зал, связанный с восьмью мирами. Это любопытно. Но вряд ли это доставит нас в Йотунхейм. Я бы рискнул. Хотя не знаю, может вы с Тюром одинаково безумны? Сейчас проверим все, пацаны, что вы спорите-то? Все нормально будет. А здесь опасная комната. Подожди, дай-ка еще пробежимся. О, пацан, иди сюда быстрей. Еще один. Рисуй. Тут сказано Бергельмир. Мама говорила, это король-великан. Да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это, малыш, еще очень мягко сказано. Он мертв, но его никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда. Но это редкость, почти сказка.
Мы таких уже 6 светилищ нашли. Надо еще 5 разыскать. Здесь тоже опасная комната. Стоп. Топор. Все, можем проходить. А, подожди, подожди, опасно. А как быть? А, я понял. Вот так надо сделать. Не так, не, не так. Надо сделать вот так. Когда сейчас та поднимется штука. Да, вот сюда где-то надо попасть. Вот так. Блин, плохо, не успел. Есть, успел. Все, пошли, пацан. Но надо быстрее, вот здесь стоим. Сейчас дальше пойдем. Побежали. Сундучок, пошли откроем. Замечательно, легендарный предмет броня рук, браслеты мирового змея. А у нас мифические браслеты ярости. Так, здесь восстановление рун. Не, наш, мне кажется, получше. Наши браслеты. Это что-то необычное. Так, подожди-ка. Для чего нам эта красная штука? Куда нам надо ее кинуть? Куда нам надо ее кинуть? Наверное, здесь где-то надо пройти. Я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? А, подожди, вот здесь залезть можно, нет? Нет. А как она так низко... Низко висит, а опускается... До конца не идет как будто. Наверх не идет. Как тут даже не пролезть, по идее? А, вот, стоп. Забрал. А, мы ее просто взорвали вообще. Или нет? А, она сейчас опускается теперь вниз. Ну ладно, мы можем на нее встать, в принципе. Так, а здесь как? А, здесь просто надо пропрыгать. Стоп, не ходи туда. Вот здесь просто спуститься можно будет. Вот в этот момент побежали просто. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, зашли. Получилось. Пора тебе действовать, брат. Давай сундук откроем. Нужно найти еще несколько таких. Еще 2 надо. Ну-ка, читай давай. Оставьте их в покое. Но это явно не про нас. Оставьте их в покое. Послание от Тюра. Он имеет в виду великанов? Вопрос, да? Кого надо оставить в покое? Так, а это что? И куда идти-то здесь? Ну, почитали мы, и что дальше? Цепь-то как раз... Надо цепи же было разрушить. Мы до цепей-то не добрались. Получается. Нафига же мы сюда пришли-то? А, вот! Давай раздвинем. Силушка нужна богатырская. Есть.
Ладно, пол сделали, сделали. Пол дела сделали. А, так, а как тут выбираться теперь надо, а? Атрей, ну-ка стреляй быстрей. На, получай. Блин, он крепкий, очень крепкий, сейчас рубанет. Давай добьем его уже. Готовься, заранее готовься, я не готов. Да, блин, он меня сейчас прибьет так. Есть, одного разворотили. Ай, больно. Было больно. Отойди от меня, что ты подошел вплотную. Атрей, стреляй уже, хорош, а. Давай другими стрелами попробуем. Этот какой-то посерьезнее, мне кажется, попал. Во, стрелы-то помогают, смотрите, холодные. Аптечку захаваем. Там еще кто-то, прикинь. Погоди. А, это типа ловушек. Путник Хель. Так. Мы можем ломать его броню, держась поближе и уклоняясь от ударов. Но если он поднимет меч для удара замахом, надо уносить ноги. Ладно, пофиг. Я даже без всяких уносить ноги его сломал просто, и все. Иди сюда. Уносите ноги ни за что. Еще кто-то выйдет, что ли? Ладно, нам здесь уже что делать-то? Здесь нам не надо больше быть. А теперь вопрос... А, вон он стоит, смотри. Ну, мы сейчас до него добежим. Теперь вопрос, как нам здесь пробежать? О, он сильно бьет. Где-то аптечки есть, подожди. Топор. Топор спасет. Какую из них зафиксировать-то можно? А? Давай среднюю зафиксируем. Тогда мы сможем просто пробежать. На. Ах ты. Ну-ка на, получи. Топор где? Быстрее. Клинки. Атрей, стреляй. Я что-то пошел в рукопашку с ним. Что ждать-то? Давай, беги быстрей. Сейчас еще придут. А, блин, больно, ты че? Недоносок. Тихо, 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 тихо. Аккуратно. Не ходи в огонь, не ходи. Подожгли меня. Так, они что, они ледяные, да? Стрелы поменяем. Поменяем стрелы на электрострелы. Блин, надо с блока его фигарить. Че он такой дерзкий-то, а? Подожди. Подожди. Ай! Как его пробить-то так? Задолбал. Толкнуть его туда. Ну-ка, Трей, давай другие стрелы поставим. Ну-ка, ярость. Давай-ка с яростью его сейчас шарахнем. На! Сейчас меня раздавит здесь. Отец! Зря я так сделал. Ладно.
А, мы вообще начали отсюда. Подожди, тогда надо еще раз топор. Где? Да, его раздавило, прикинь. Ну-ка, давай заманиваем их всех сюда. Иди сюда. Давай так постреляем отсюда. На. Слушай, а надо, может, в рукопашку с ним вообще бороться с этим. Или вот так кого-нибудь пальнуть. Так, давай, где там тот дерзкий типок? На. Скелетончики. Вот этот дерзкий. Есть, получилось. В принципе, легко. Если Атрей еще будет стрелять сзади по ним. На. Получи. Еще лезут. На. Топорик лови. Есть. Твой отец молодец. Так. Идем. Еще вторая цепь. Еще вторая цепь, пошли. Символ предвидения. Серебро. Давай еще посмотрим, что дадут. Все, больше ничего не вывалилось. А, вот что-то лежит, подожди. Так. Вон там что-то валяется. Ничего себе, серебра 2500, мы чуть не прошли мимо. А куда? Куда мы идем-то? Нам в какую сторону-то надо? Подожди, я уж запутался. Мы откуда пришли? Мы пришли, а, вон оттуда мы пришли. Все, нам, значит, надо вот сюда. А как? А, тоже механизм есть. Ну-ка, топор где? Погоди, ну они синхронно... Синхронно они работают, поэтому нам надо их в рассинхрон сделать. Подождем, пока та двинется. Все, а теперь топор сюда. Сейчас они будут меняться местами, а мы швырнем топор в ту... Ту штуку. Подожди, а чё? А почему нету? А как? Подожди, а чё? Чё-то не так. Ладно, давай просто закинем вот так топор. А, можно просто пробежать. Не обязательно там выдумывать. Вот так две сразу пробегаем эти ловушки. Окей. Иди, сынок, пиши. А, мы здесь были. Стоп, надо в другую... А, ну все правильно. Другие ворота, пошли. Так, здесь уже... Это другой. Разнообразие это очень важно. Здесь уже рубильня идет. Так, давай-ка я ее сейчас зафиксирую. А, не так зафиксировать-то надо было. Кинуть просто топор надо было. Все. Ну а если мы сейчас сделаем, чтобы они вместе вращались вот так, оп, теперь они вместе вращаются. И что нам это дает? По большому счету ничего. Так, 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 а что сделать-то? Просто ненавижу это. Знаю. Порубает так.
А, вот здесь стоим. Нет, нет, не стоим. Как надо проходить-то? Я не вижу, в какой момент надо пройти. Ну-ка еще раз, давай-ка попробуем тут. Эту раз, значит, зафиксировали. Открывается теперь это здесь. Погоди, по второй, да, надо швырнуть, попасть. Не попал. Топор верни. Да блин, она отбивается от него. Давай еще раз. Есть. Дальше что? Ага. Так, я понял. Надо, в общем, чтобы они нам хотя бы какую-то лазеечку оставляли. Соответственно, вот так, наверное, надо запустить. Нет. Да попади ты уже в него. Вон еще одна открывается. Так, а может я уже пробежать смогу просто, а? Стой. Ай, порубают сейчас. Да блин. Значит, это все? Не, ну идея понятна. Надо, короче, сделать, чтобы хоть какая-то дырочка появилась. Потому что они веером, грубо говоря, идут. А, это другой. На. Раз. Да зачем ты топор так рано забрал? Два. В какую еще можно швырнуть? Я вот... Смотрю, в какую можно швырнуть. Все, эти вдвоем будут крутиться в одном примерно режиме. Ну-ка, пробежать. Ай, больно. Нет, что-то не так пошло. Давай еще пробовать. Не, я сейчас сделаю нормально. Надо просто не торопиться. А, давай, по этой стреляем. Раз. Это пошла в рассинхрон с ней. Сделали... Но, блин, попади ты в нее. Два. Все. Теперь делаем так, чтобы они... Вместе пошли. Теперь швыряем по этой. Да, блин, не попал. Еще раз. Есть. Так, теперь там, получается, та открылась, нет? Ладно, сделаем, чтобы опять вместе пошли. Вот по этой бы мне попасть, а? Не попал. Ну-ка, вот отсюда можно, может быть, получится. Чуть-чуть они там прям мешают. Но, блин, давай, вот отсюда, может быть, с этого угла. Отбивают мой топор они. Просто так. Ненавижу это. А в принципе, знаю. Давай-ка, надо посмотреть. Может быть, уже и появился какой-нибудь шанс пробежать, а? Почти. Почти появился шанс пробежать. Я знаю, как надо. Надо вот здесь начать движение. Стоп. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, быстрей. Да туда. Не успел. Сейчас порубает. Все. Так, ладно. Давай подумаем. Три штуки мы, получается, в синхрон сделали. Три штуки в синхрон. Но четвертая нам не дает... Не дала четвертая, да?
Надо смотреть, чтобы... А, это другой. Разнообразие — это очень важно. А, блин, верни топор, возьми еще раз. Кинь. Пока так, пока вот эту надо зафиксировать. Ну-ка, какая еще откроется? Надо, чтобы вон та открылась, четвертая. Так, 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 крутится. Вот по ней надо как-то попасть. Попал. Теперь ее можно в синхрон, в принципе, с этой поставить. Остановить вот эту. Остановить вот эту. Потом вот... Не, надо было вот эту остановить. Вот эту надо было остановить. Знаю. Есть. Теперь их надо синхронно сделать. Третью и четвертую вместе. Оп. А теперь надо... Там еще открылось, смотри. Так, ладно, мы сейчас эти поправим маленько, чтобы синхронно было. Вот еще открылось, смотри. Все может получиться. Сейчас мы ее еще раз, мы ее в синхрон теперь поставим. Так, и что в итоге? Побежали! Ура, наконец-то! Получилось, прикинь. Ну, долго я проходил. Ну, ладно. Бывает. Так, здесь что? Здесь клинки. А, это не надо было? Или надо было? О, кто-то сидит, я думал. Нифига себе, пацан сидит. Так, ладно, соображаем. Берем, значит, эту субстанцию. Поехали, Хель. А, куда? Куда? Давай сюда, что ли? Я запустил. Запустил колесо. Так, что мы можем сделать? Для чего мы запустили колесо? Чтобы что? Чтобы что, чтобы что? Так, сейчас пусть она как-нибудь крутится. Давай попробуем его остановить. Вот так остановили, а теперь сюда закинуть. И что с ним будет? Ага, оно поднимается. Оно поднимается, но как бы это... Как бы что? Что надо сделать? Я могу вот здесь пробежать? Наверное, могу. Я прошел, но... Теперь-то как? Тихо. Эту я застопорил. Эту я застопорил. Сзади еще есть у нас энергия. Стоп, заднюю надо убрать как-то. Не попал. Давай. Вот это уже здесь не нужна все равно. Да хорош, двигается она. Забери. Надо попасть вот в эту штуку. Быстрей. Все, она уберется. Теперь что? Как мне пройти? А, они все двигаются. Быстрей. А, больно. Больно, подожди. Надо сделать как-то их синхронно, чтобы они были. Значит, надо притормозить первую вот эту дверь. Наверное, так. Во, что-то похожее. Ай-яй-яй-яй, тихо, не торопись. Разрубило. Я почти зашел.
О, он меня может оживить, нет? Не мог. Так, ладно, там тоже просто проходится. Забирай кель. Поставь пока сюда. Все, проходим. Забирай отсюда, блин. Забирай кель. Забирай энергию отсюда. Да, блин, отойди. А, вот она не дает мне сейчас так сделать. Подожди. А, слушай, я могу же ее вообще зафиксировать там наверху. Все, она не будет двигаться. Всего лишь. Тогда через две проще пройти. Вот и все. Ай, блин, что за затух? Проходи, я затупил. Так, ладно. Никогда не сомневался. Собираем аптечки, потому что жизни у нас стало меньше, когда перерубало. Перерубало. Так. Открывай. Ну-ка, пацан, твоя помощь нужна. Хорошо. Отлично. Еще один надо. Еще один такой сундук, и все, и мы пройдем. Освобождаем все от цепей. Кратос всегда мощный такой. Я поэтому, ну, в очередной раз убеждаюсь в этом. Вернитесь наверх и переверните храм. Да легко. Сейчас только разберемся вот с этими головорезами. Давай, сын, давай, нормально все будет. Я буду... Давай-ка я топор возьму. С топором нам будет проще. Ты че подошел так близко-то? Дурачок, что ли? Так, с этим покончили. А, они тоже нарываются на огонь-то. Тоже не сладко приходится им. О, зеленая мартышка, ты чё, блин? Андрей, давай, чуть-чуть осталось-то, он меня рубает. Ну как? Давай, добьем. Не ходи далеко, там огонь. Так, аптечку сразу. Пошли вы нафиг, а. А я метать могу, когда держу, он же потом всех поражает, мой топор. Вообще нормально кидаю. Эй, братанчик, ты чё, один остался, что ли? Ой-ой-ой-ой, нет, еще один вот. Ну, пособираем все. Мы им показали. Свирепый огр. Эти огры мельче обычно. Так, ударив в прыжке и промахнувшись, огр ненадолго станет беззащитным. Главное, чтобы папа не попал под такой удар. Эти огры мельче обычных, но зато умеют прыгать намного дальше, а еще они воняют. Интересно, они от этого такие злые? Так, ну это было уже. Заберем аптечку, потому что неполное здоровье. Так. Серебро. 5000 серебра. Ничего себе, шички. Ничего себе, шички. Так, нам сюда не надо, потому что мы отсюда пришли. И вообще нам надо наверх. Нам надо наверх. Так, стоп.
А, мы с... наверх. Нам все-таки сюда надо. Потому что мы отсюда не выйдем. Ну тут проще как-то стало. Видишь, они просто вот опускаются и все. Здесь-то легко уже выйти получается. Побежали. Сейчас еще будут нападать, смотри. Давай, иди сюда, да. Я вам даже выйти не дам оттуда. Ой, я вообще где-то потерялся. Атрей, давай стреляй, что там. Тихо-тихо, в огонь не лезь. В огонь не лезь, где там они? Не подходи к пацану. Понял? Давай готовься, раз не готов. Я его развалил просто вообще в хлам. Тут в рукопашку-то вообще нормально тоже. Мне кажется, я даже клинками так не бью, как в рукопашку. Так, а вот здесь надо дверь как-то открыть. Перевернем храм. Слушаюсь. Погоди насчет перевернем. Дай-ка я дверь лучше открою сначала. Ай, стой, не подходи. Быстрее дверь открывай. Раз. Тихо-тихо-тихо, что ты так подбежал, зачем? Да блин, промазал. Давай пока вот сюда закинем. Поближе немножко. Хватай. И дверь откроем сейчас. Посмотрим, что там. Мне было очень интересно. А, вот и все, ребята, здесь сундук. Захват Гипериона. Ладно. Так, по жизням, что нам надо взять аптечку все равно. А здесь что? А, здесь просто они стали все одинаково вращаться, синхронно. Ничего сложного. Нам надо наверх. А почему закрыто? Это что, армия статуй? Ого! Не думаю, что они оживают, если... А вдруг? Тюр считал, что в его мире солдатами должны быть только статуи. У него доброе сердце, конечно, но ни капли самоиронии, правда? Так, а теперь вопрос, как нам подняться-то? Подняться. Мы же вроде здесь спустились. Не, нам туда не надо. Как повернуть? А, вот повернуть. Я просто не с той стороны подошел. Давай, вращай. Поехали наверх. Я знаю, что я обещал, но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. Все, давай в храм повернем. Используй ноги, брат. Он знает. Я просто хочу помочь. Давай, сейчас перевернем. Кратос очень сильный, ребята. А вот это силище, смотри. Сейчас он перевернется. Жесть какая, а. Понадобится грубая сила, я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли, это хорошо. Там, слева, отсюда можно забраться в зал путешествия между мирами. Вернитесь в комнату перехода, Тюра. Пошли. Так, а как туда вернуться? Все, вот сюда, да, правильно мы... Правильно идем, только... Забраться. Да, рядом со статуями.
А, подожди. Он же перевернулся. Поэтому сейчас... Сейчас уже не сюда выход. С другой стороны, значит, выход. Вот здесь теперь выход. Да? Подожди, а где? Что-то не так. Ну-ка, давай думать. Может быть, здесь где-то какой-то проход открылся? Как теперь выйти-то? Все проще. Видишь, Мимир, никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра. Поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. Это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. И я рад слышать. Вместе мы сила. Возьмите таинственный предмет Тюра. Ну, пошли. А, храм так и задуман, вверх дном. Смотри, дерево вверх тормашками. Или мы? Я да. Уже не уверен. Храм вверх дном. Забирай. А как забрать-то? А, вот с этой стороны. Сын, твоя помощь нужна. Ну, что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи-ка. Сейчас башка разберется. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да, ну вот теперь-то я все понял. Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот, а Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? Мир между мирами. Путь в Йотунхейм. Выполнено, ребята. Мы сделали это. Исследует мир между мирами. В храме Тюра он изображался шагающим с ветви мирового древа. Думаешь, чтобы попасть в Йотунхейм, нам нужно тоже так сделать? Да. Ой-ой-ой, ты и правда это задумал. Так, ладно, мы исследуем обязательно. Обязательно исследуем мир между мирами. Но это будет, ребята, уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. И всем удачи, всем пока!